Прямо сейчас с нами на связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы наверняка видели это видео, общение с Шойгу, фото. Как прокомментируете, что с Путиным в этот момент происходит? На жердочке министра обороны, а что с Путиным в этот момент? Как правильно? Ну, мне кажется, это продолжается его такая специфика. Он с самого начала был очень озабочен проблемами безопасности. Вот прямо с самого-самого начала. Я еще в 99-м году, когда работал с Центральной избирательной комиссией, обратил внимание, что когда он приходил в Останкино, где озвучивались результаты выборов 99-го года, перед этим по верхам пошли 5 человек со спортивными сумками в черных спортивных костюмах, снайперы. До того такого не было. Он очень болезненно относится к безопасности своей семьи. И, конечно, к себе лично. Вспоминается довольно стыдная история 2012 года, когда президентская инаугурационная процессия ехала по абсолютно пустой Москве. Всех разогнали, потому что тогда были массовые протесты, и ехала эта кавалькада по вымершему городу. Ну, а с годами и с возрастом эти проблемы, естественно, обостряются. Я думаю, что у Путина очень серьезные поводы для стрессов. Подозреваю, что он в душе, наверное, понимает, что уже совершил ошибку, уже понимает. Но он должен держать марку, он должен иметь победный вид, и он это понимает, он эту роль играет. Но выглядит он скверно, и психопатия, по-видимому, нарастает. Thank you.